Завтра в пятый раз откроется межрегиональная отраслевая выставка «Картофель-2013». За эти годы выставка стала знаковым событием в календаре картофелеводов. Ее география значительно расширилась. Мероприятие пройдет в течение 2 дней. 88 предприятий покажут более 150 сортов картофеля. О том, как готовиться к выставке сегодня, далее в сюжете. Экспозиция выставки разместится на площади более чем 3000 квадратных метров. В отличие от прошлых лет, участники мероприятия обещают показать новинки, новые сорта картофеля, средства борьбы с вредителями, а также сельхозтехнику. За день до открытия работа в павильоне кипит. Еще не все участники подъехали, но передовые предприятия стараются уже занять свои места и тщательно подготовиться к выставке. Каждый год мы, конечно, общаемся, и сами участники говорят, вот первый год они, конечно, учились технологии, то есть как правильно убирать, как правильно сеять, сажать картофель. А второй год мы уже учили технологии хранения, упаковки. В этом году уже будет уже инновационное как бы развитие отрасли. То есть я повторюсь, это главное отраслевое событие, где будут определены задачи на этот год в масштабах всей России. Как утверждают организаторы, целью выставки является популяризация передового опыта выращивания картофеля, демонстрация сортового разнообразия культуры, новых технологий производства и переработки картофеля, селекционных достижений в области картофелеводства. В основном это сорта отечественной селекции, но есть и голландские, немецкие, ранние, среднеранние. Поэтому хотя бы вот на это посмотреть, это с большим интересом население вот идет вот изучать, рассматривать сорта картофеля. И здесь же специалисты, агрономы, они не отходя от сцены дают уже первоклассную консультацию. Только в прошлом году на выставке приняли участие около 9000 специалистов из регионов России и зарубежных стран. Продано более 40 тонн семян картофеля. Подписано соглашение почти на 400 миллионов рублей. На первом этаже павильона универсальной ярмарки по улице Николаева будут продаваться семена картофеля для гостей столицы и жителей города. Ну а для самих участников научно-практической конференции – дегустация блюд из картофеля. Алексей Иванов, Евгений Анисимов, Республика.